и никто не слышит. Если мешаем, мы можем уйти. Я отвернулся. Все понятно. Мы уже уходим. Рад были помочь. Отча. 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 Вкусно, вкусно, семочки. Что, цапля принесла мне деньги в клюве? Нет, мой опоссум, это ты мне сейчас в клюве принесешь денежку. Я купит мам, сдал с потрохами. Перед вами Софьи. Это было не сочинение, а диктант. Так что финита для комедии. А, черт, твоя куртявая пьющая старушка. Мог 2000 заработать, а ты не шиша не получишь. Потому что ты все равно проиграла. Это почему? Потому что здесь признание Алексея Максима. Но они не опровергают признание. Он так любит семочек. Кстати, проиграл, значит проиграл. Все эти признания не одинаковые, потому что они написаны под той диктовкой. Не факт, да, они одинаковые. Ну, эти ответственные мысли, это одинаково. Все очень одинаково. Ваша совесть будет одинаково. Что ты говоришь? Может, не у них? Точнее, они не пугаются до смерти, на русские одинаково. Тут, конечно, все деликатная любовь. Вот, вот семочка, вот, Филя, Филя, вот семочка. Карина Красная. Вот. Киндандар. Что-то очень знакомое.